Grazie, grazie mille. Alleluia, слава нашему Богу за такие чудеса. Друзья, сейчас с нами Катя. Она приехала с Германии. Madonna che viene dalla Germania. И у нее случилось невероятное чудо. Ha avuto un miracolo incredibile. Она резко заболела ветряной оспой. Это такая болезнь, ha avuto una grave malattia, от которой можно умереть. Per cui si poteva morire. У нее была постоянная температура 40. Ha rischiato tantissimo. Скорая постоянно приезжала. Era molto preoccupata. Сып по всему телу. Per tutto quello che era successo. Это такая болезнь, от которой не хочется даже жить, существовать. Практически nemmeno vivere, nemmeno esistere. Только представьте, температура 40. И она внезапно пришла в твою жизнь ниоткуда. Но знаете, на одном из служений, sapete, in un culto, когда она приехала сюда в Рим, когда был крусейд, проводил апостол, 29 апреля, sentendolo parlare l'apostolo, была эта молитва. И когда апостол молился, 29 апреля, quando l'apostolo она получила pregato, полное исцеление. Lei ha ricevuto una piena guarigione. Друзья, вы представьте, вы посмотрите, сейчас guardate, никаких признаков, guardate, ничего нету. Non ha praticamente сейчас niente, она здоровый, счастливый человек. Una persona felice e in ни одного признака. Я хочу, чтобы Катя, она сейчас поделилась, что Бог сказал, что ты переживала в тот момент, когда пришел этот диагноз. В quel momento. Да, действительно, это было неожиданно. Sì, è vero, è stato inaspettato. Я не ожидала такой, молодая, здоровая девушка. Non mi aspettavo una cosa del genere. И резко я заболеваю. Immaginate, una donna giovanissima. Вы знаете, у меня все во рту напухло и в горле. E, sapete, a me è successo una grande кушать я не могла. Non potevo nemmeno più mangiare. Ходить я не могла. Non potevo camminare. Вы знаете, только меня постоянно как будто сознание теряло. Sapete, avevo perso qualsiasi... И просыпалась я от боли. И просыпалась я от боли. И soffrivo tantissimo. Но знаете, Бог великий. Ma sapete, Dio è grande. Я внутри молилась, я говорила, Дух Святой, приди. E dicevo allo Spirito, vieni. Я знаю, что ты исцеляешь. So che tu mi puoi guarire. Я ожидаю тебя. Io ti aspetto. И вы знаете, я знала, что будет в апреле месяце прошлого года встреча в Риме с апостолом. Sapete che avevo un incontro a Roma ad aprile con l'apostolo. Я знала, что туда придет Бог. E io sapevo che ci sarebbe stata la presenza di Dio. И я жаждала всем своим нутром, чтобы приехать. E ho fatto di tutto per venire. И вы знаете, когда началось служение? E sapete quando è iniziato il culto? С первых минут, когда вышел апостол. Dal primo minuto quando ho visto l'apostolo. Невероятная сила Божья обрушилась на меня. Ho sentito dentro di me una forza incredibile. Пришел огонь сильный. E mi sono sentita viva. Вы меня вывели на сцену. Voi mi vedete qua sul palco. Апостол прикоснулся и упала от силы Бога. L'apostolo mi ha toccato, mandami la forza di Dio. И вы знаете, сразу это было чудотворение. Sapete, incredibile, è stato incredibile, è stato. У меня сразу наполнила энергия в тело. Mi è arrivata l'energia nel corpo. Прошла температура. E la febbre se n'è andata. Все, вся опухлость во рту ушла. Я благодарю Бога моего, что Он пришел ко мне. И я благодарю, что я могу прославить Его на весь мир сейчас. E per questo lo posso glorificare oggi. Я благодарю Бога за то, что есть апостол Виктория. Per questo ringrazio l'apostolo e Victoria. Что они реально служат всем нам. Servono davvero tutti noi con i loro culti. Дорогой друг, послушай. Caro amico, ascoltami. Чтоб ты сейчас не переживал. Non ti preoccupare. Какая у тебя ситуация или болезнь не была. A priori dalla situazione che hai, dalla malattia. Верь Богу. Credi in Dio. Он верный. Lui è fedele. Он слышит тебя. Lui ti ascolta. И он ответит тебе. E ti risponde. Он видит все, что ты переживаешь Lui сейчас. Lui vede tutto quello che stai vivendo adesso. Принимай каждое слово апостола Виктории. Accetta qualsiasi parola dell'apostolo di Victoria. И вы увидите, как вся ваша жизнь изменится. Vedrete come la vostra vita cambierà. Так же, как и моя. Come аминь, la mia. Аминь, вам аминь, придет аминь. Исцеление. Perché ho ricevuto la piena guarigione. Прославьте Бога сейчас. Не скупите никогда на славу Бога. Rendiamo gloria a Dio. Друзья, вы только представьте, что совершил Бог в жизни Екатерины. Dio. Она сегодня полноценный, здоровый человек. Oggi è una donna felice. Аминь. Она здоровая. È in salute. И сегодня, знаете, мы видим, когда Бог Он исцеляет, vedete, come Dio не остается ни одного признака, даже пятна от той болезни или проблемы, которая была в жизни человека. Бог Он совершает чудеса на этом месте. Аминь! И сегодня аллилуйя! И все, кто в прямом эфире, ожидай чуда от Бога! Аллилуйя!